Маркетинг для ленивых, дорогие друзья. Наконец-то проект с реальным пассивным заработком. С реальным пассивным доходом, с переливами, с перемешиваниями. Поэтому обратите внимание, не переходите, досмотрите данное видео до конца. Я расскажу вам об этом проекте подробнее. И расскажу, что именно вам нужно будет сделать, чтобы здесь стартовать. Итак, на связи Булат Максеев. Сегодня у меня на календаре пока что 4 сентября, и на ваших экранах стартовая страница проекта King Profit. Что такое King Profit? Это новый сервис, который позволяет вам создавать чат-ботов, копировать готовых чат-ботов, менять свои ссылки внутри тех чат-ботов, использовать, которые есть уже внутри данной системы, зарабатывать. Опять же, на пассиве можно зарабатывать, на активе можно зарабатывать. Очень много клонов летят в структуру, могут прилетать клоны от меня, от моих партнеров, от моих кураторов, от партнеров куратора. Далее. То есть очень хорошее перемешивание, очень хороший пассивный заработок, очень хорошие инструменты. Здесь тизерная, баннерная реклама, лента используется внутри, то есть есть внутри своя площадка, где вы можете рекламировать свои проекты, партнерские программы, какие-то сетевые проекты, в которых вы участвуете. То есть очень интересный проект, который меня зацепил, наверное, пару недель назад, но тогда я его отложил до лучших времен. Я видел, что здесь есть пассив, а пассив интересен всем абсолютно, да? Мне, как активно качающему проекты человеку, тем более, потому что я знаю, что моя команда, команды моих партнеров, да, топовых, им тоже интересен пассив. Почему бы не зайти, тем более рекламный ресурс, который внутри данного проекта находится, он позволяет мне и моим партнерам рекламировать какие-то другие проекты. Поэтому давайте от слов к делу. Пройдем регистрацию, пополним баланс, активируем пару уровней. Сейчас заходят мои топы, заходит моя команда. Большинство зайдут, потому что здесь пассивный заработок. Все понимают, что можно просто встать, ничего не делать и зарабатывать. Да, кому это не понравится. Тем более много чат-ботов, которые многим нужны. Вы сами иногда, наверное, используете. Это первое. Второе. Много рекламных механизмов, тизерная, баннерная реклама, лента, которую вы можете использовать для рекламы своих проектов. И то, что вы платите за инструменты, не растворяется в маркетинге. Оно уходит, конечно, по маркетингу, но на эту же сумму вы получаете рекламные показы, что очень хорошо. То есть, по сути, вы тратите деньги на рекламу, да, и заодно участвуете в маркетинге, и это позволяет вам зарабатывать на пассиве, на автомате, никого не приглашая. Ничего не делает. То есть халявный маркетинг. Маркетинг для ленивых, я это называю. Итак, давайте пройдем регистрацию. Ссылка будет в описании. Итак, кликаем регистрация. Вводим логин. Придумываем логин, да? Далее вашу почту. Придумываем пароль. Повторяем пароль. 2 плюс 1, но это капча. Введите Telegram, введите телефон, введите Skype. Телефон вот обязателен, да? Давайте я введу российский номер. Телеграм и Skype не обязательно, но я Телеграм веду вот в таком вот формате. Надеюсь, пройдет. Вас пригласил эксперт, у вас будет написано BMAX. Именно мой логин. Все, далее я кликаю зарегистрироваться. И мы попадаем в панель управления. Что нам дальше надо будет сделать? Дальше, для того, чтобы мы могли активировать наши матрицы, нам нужно будет пополнить баланс. Пополнить баланс можно только с помощью системы Payeer, ну либо Perfect Money. Perfect Money мало кто использует у нас, большинство привыкли именно с Payeer работать, поэтому я сейчас пополню Payeer. И через пару секунд покажу, как я это буду делать. Итак, друзья, как я ранее уже говорил, для оплаты нам понадобится именно сервис Payeer. Я сейчас на своем примере покажу, как я буду обменивать U-Money на Payeer. Я пишу обмен U-Money на Payeer рубли. Вот у нас bestchange.ru, я перехожу. Тут можно выбрать любой способ, если вы хотите, например, с карты, выбираете именно карту. И далее находите те обменники, которые вам подходят. Ну, в данном случае давайте я найду обменник. Здесь минималка, ну, давайте 2000. Ну, вы уже смотрите сами, тут от 1000 тоже есть, можно выбрать там CoinStart, например. Ну, давайте CoinStart, кстати, он мне больше нравится. U-Money на Payeer. Мне нужны были рубли. Давайте посмотрим, можно ли выбрать именно рубли. Да, можно выбрать. Выбираем. Ну, понятное дело, есть определенная комиссия, да? И комиссия не маленькая. Так, здесь у нас 3362. Ну, я 3000 поменяю.
3000 поменяю, 2610 получаю. Номер кошелька Яндекс Денег. Ну и, соответственно, номер кошелька Payeer. Указываю почту, кликаю «Начать обмен». Перейти к оплате. Перевести 3000 рублей по реквизитам. Так, копируем реквизиты. Идем с вами в переводы. Ну, я здесь конкретно для Яндекс.Денег показываю. Вы можете выбрать перевод, например, с карты на Payeer, да? Итак, мы видим, что мы делаем перевод на Сбербанк. Я кликаю дальше. Сколько переводим? 3000. Юмоней. Заплатить. Вводим код. Отлично. Давайте я обновлю. Все, деньги списались. Деньги списались. Отлично. Я оплатил. Далее у меня заявка уходит уже в обработку. После того, как обработка будет завершена, у меня 2610 рублей придут на мой Payeer кошелек. Вот таким вот образом вы вполне можете использовать сервис мониторинга обменников bestchange.ru и найти именно тот вариант перевода, который вас интересует. Найти конкретный обменник и перевести. Инструкции все внутри даются. Итак, не переключайтесь, через пару секунд я вам покажу, когда деньги уже придут на баланс Payeer, как пройти активацию в проекте King Profit. Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем. Заявка была обработана, деньги поступили ко мне на Payeer. Далее я перехожу в финансы, на сайте King Profit, вкладка финансы. Здесь ввожу сумму. В данном случае я буду пополнять на $25. У нас первый уровень стоит $5, второй 20. Я буду активировать сразу два уровня. Чего я вам рекомендую. Можете, конечно, начать с $5 и потом постепенно двигаться дальше, зарабатывать больше, да, за счет своей активности, может быть, либо просто за счет перемешивания, переливов, автоматического продвижения. Но я буду заходить именно на $25. Все, я кликаю «Пополнить». Перекидывает на Payeer, $25 здесь отображены. Я выбираю рублевый баланс, потому что у меня именно в рублях лежит 1584. Отлично. Ну, чтобы вы понимали, сколько это будет, да? 1600 примерно, если будете заходить так же, как я. Все, кликаем подтвердить. Все, баланс у нас пополнен. Вот здесь он отображается. Итак, что мы делаем далее? Далее кликаем по вкладке «Матрица» и вот кнопочка «Купить». Покупаем первый уровень. Пешка называется ранг. Подтверждение покупки. С вашего баланса спишется $5. Подтвердить. Отлично. У меня клон купился. Что делаем далее? Далее переходим в ранг конь. Мы видим, что у нас кнопка купить за $20. Да? Кликаем. И также подтвердить. Все. Клон у меня встал. Опять же, чтобы клон у меня не был безликим, можно зайти в панель управления, в настройки. Здесь можно прописать какие-то дополнительные данные. Платежные реквизиты прописать, но я это позже сделаю. Аватар. Вот как раз здесь можно загрузить аватар. Так, он у меня прописался, давайте я кликну «Сохранить». Вот теперь более-менее нормально, да? Да, теперь более-менее нормально. Итак, мы с вами зарегистрировались, пополнили Payeer и активировали два ранга. Это ранг пешка и ранг конь. Я это видео записываю специально для своих партнеров. В скором времени у меня зайдут топовые партнеры, которые тоже будут приглашать. И через пару дней, скорее всего, уже завтра, я запущу рекламу массово. То есть я привык качать, я не привык просто приходить, сидеть сложа руки, ничего не делать, я привык качать. Поэтому успевайте зайти, чтобы получить большее количество переливов. От меня, от моих партнеров, от куратора выше, от партнеров топовых, которые будут находиться уже подо мной, от их партнеров и далее, далее, далее. То есть здесь выплатных позиций будет много. Выплат переливов, клонов будет лететь много. И в данном случае, когда 4 человека приходят на мою вторую линию, я получаю, в данном случае, например, если брать пешку, я получаю по $3.5. Когда вы получаете переливы на эти позиции, вы также получаете $3.5.
независимо от того, ваш это человек, не ваш это человек, перелив, перекос и так далее, да? А здесь таких переливов на самом деле будет много, без всяких шуток. Поэтому успевайте, чем быстрее, чем раньше вы зайдете, тем больше переливов получите и тем быстрее будете двигаться. Поэтому откладывать в долгий ящик я бы вам не советовал. Тем более, когда включатся в работу мои топовые партнеры, которые также приходят качать так же, как и я. Ну, плюс, когда я запущу уже массовую рекламу, да, стороннюю в интернете. Когда я буду активно работать и приглашать людей, и они будут падать под вас, например, на выплатные позиции, вы на первом, например, уровне $3,5 будете получать, а я буду получать по $1,5 просто потому, что это мой партнер. Даже если он упал под вас. То есть активно работать тоже интересно, более выгодно. Но сидеть на пассиве тоже можно, тоже выгодно. Но не так, конечно, выгодно, как активно работать, но тем не менее. Поэтому, дорогие друзья, посмотрите вот это видео, подключайтесь и начинайте зарабатывать уже сегодня. Но не переключайтесь, потому что после этого видео моего будет видео от другого партнера, который расскажет об этом маркетинге, об этом проекте более подробнее. Будут вопросы, пишите, я на связи, ссылка в описании, видеоинструкцию я записал только что вот эту, да? Смотрите, действуйте и начните зарабатывать уже сегодня. Итак, друзья, приветствую вас в проекте Profit Kings, где я сейчас расскажу вам конкретно о маркетинге. Маркетинг – это просто чудо, и такого маркетинга никогда нигде не было, такого скоростного и быстрого. И только одни плюса, но самое главное в системе клонов, которая там создана. То есть с такой системой клонов заполнение в разы быстрее, то есть настолько быстро будет заполняться за счет того, что каждое место, абсолютно каждое место рождает клон в предыдущий стол. И, соответственно, если у нас, например, закрылись в последнем столе, получили выплату, у нас клон идет в предыдущий стол. Там кто-то получает выплату, и у него клон идет в предыдущий стол. Кто-то здесь получает выплату, идет в предыдущий стол. Кто-то получает выплату, идет в предыдущий стол. И опять кто-то получает выплату, идет в предыдущий стол. Это все происходит одномоментно, ежесекундно. И происходит абсолютно у всех, то есть у всех участников. Ну, например, кто-то закрыл стол, ну, место там, не знаю, вот в третьем. Он получил выплату, и клона получил предыдущий. Кто-то получает выплату, идет опять же в предыдущий. И так у каждого, то есть любое абсолютно движение создает новое движение. И какая основная фишка? То есть если вы пришли за 5, купили рекламный пакет, потратили на рекламу, у вас это место уже участвует в маркетинге. То есть будут многие люди, кто просто пришли за рекламу, они хотят, не хотят, будут все равно участвовать в маркетинге. Что будет происходить? То есть первый раз, когда его, вот это первое место будет заполняться, вот эти деньги будут переходить один раз только на переход в следующий стол коня, да, то есть первый у нас пешка, потом конь там и так далее. И уже в пешке со всех следующих клонов все эти деньги сразу выплата идет. То есть первое место встало, человек сразу получил на баланс. Второе место встало, сразу получил на баланс. Третье место встало, сразу получил на баланс. Четвертое встало, получил на баланс. Ну как, во втором он еще не перешел в третий, на данный момент будет идти переход. Но клоны создаются сразу, создаются. То есть первое место встало, соответственно, если у него нет в следующем тарифе, идет на переход эта сумма, но клон сразу же мгновенно создается и опять идет первый стол, да, со второго в первый, предыдущий стол. И этот клон также участвует, уже зарабатывает, уже получает. То есть, когда вы перейдете со второго стола в третий, у вас 4 клона будут находиться в этом столе в первом. И, соответственно, не одно место уже, а 4. И каждый из них будет получать сразу же на баланс по $14. То есть, по 3,5-4 раза каждый из этих 4 клонов. То есть, соответственно, вы получаете $28-56. Уже, то есть вы уже можете быть, заполнить здесь и быть в плюсе. Если вы перешли во второй стол, также уже в этом столе, ну в третий вы перешли, значит во втором столе вы уже будете сразу получать выплату и плюс клонов. Когда вы закрываетесь в третьем столе, соответственно, вы, ну, встало одно место на переход в данный, следующий, в четвертый стол. Но клона, опять же, вы получили, который пошел во второй стол. Там тоже кто-то из вашей команды или кто-то, кого-то вы закрыли, он либо деньги получает и клона, либо также на переход и клона. И, соответственно, таким движением, ну, каждое движение рождает новое движение. То есть такой скорости вообще никогда нигде не было и нет ни в одном маркетинге. То есть это настолько реактивное движение, настолько здесь мало людей нужно. И вот этот вот основной плюс, что вы получаете каждый раз клона, и у вас, когда вы дойдете до последнего стола, их всего лишь тут 6, то есть дойти до них очень быстро, то, соответственно, у вас будет куча клонов во всех других столах, и вы будете получать сразу деньги во всех столах одновременно, каждый ваш клон. То есть в данном маркетинге за счет этого движения вы будете зарабатывать $200, $300, $500 в день. То есть это вполне реально в данном маркетинге, потому что
вы заработали 300, кто-то заработал 168, кто-то 70, кто-то 28, кто-то 10, кто-то 3,5. Это произошло одновременно. И, соответственно, вы будете получать с каждого заполнения любого вашего клона. Еще какой момент здесь есть? То есть, если вот вы, например, переходите с третьего стола в четвертый, то есть у вас заполняется четвертое место, создается клон, который идет во второй, и там у кого-то создается клон, который идет в первый стол, это произошло, но это же последнее место, и значит, у вас накопилось на вход в следующий, в четвертый стол. Вот вы встаете, и у кого-то вы также встаете на эту позицию, и у него, он получает либо деньги, либо переход, но опять же в этот момент опять сделается клон, который идет в предыдущую, может быть, закрывает ваших партнеров, кого-то как-то закрывает, у кого-то тоже создается клон сюда, и у кого-то создается клон сюда. То есть представьте, два раза с одного движения, два раза происходит создание новых клонов. То есть за счет этого скорость просто невероятна. И еще момент, он немаловажен. То, что вы получаете реферальный бонус за приглашение, за покупку вашими партнерами любого пакета. То есть человек купил за $5, вы получили $1.50. Человек купил за $20, у него эти деньги сразу же оказались на рекламном балансе, он сможет заказывать за нее рекламу, но вы получили $6, плюс он встал под вами или где-то в матрице, и кого-то закрыл, и у кого-то создался опять клон, который пошел в начало. То есть это, вы представьте, насколько это скоростная вещь. То есть этот маркетинг после старта реально за неделю все пройти и везде получать. И потом всегда получать, не считая реферального бонуса, но если вы активный, если вы не активный, вы с переливов можете продвигаться и зарабатывать. С переливов всей команды, всего проекта, потому что здесь глобальная, не делящаяся семиместная матрица, которая, по сути, все находятся в одной матрице, то только вы видите, ну, свой участок вы, конечно, сможете выше, ниже, там, посмотреть, кто у вас где и так далее, то есть все делают переливы всем, поэтому движение это просто очень шикарно. Сейчас идет предстарт, на предстарте мы активируем, бронируем места, всем советую заходить на 5 и на 20, это, ну, по минимуму, если у кого-то есть деньги, то покупайте еще на $60. Соответственно, вам останется всего 3 стола, и чтобы дойти до конца. То есть это очень быстро. И все эти деньги вы получите как рекламный баланс. То есть у вас будет $85, вы сможете разместить на нем рекламу. На данный момент, на представьте, работают тизеры и баннеры. Дальше будет количество услуг постоянно увеличиваться. Новые инструменты, новые программы, новые сервисы, автоворонки, автоботы и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Каждый раз постоянно будет добавляться. И чем больше будет рекламных услуг, тем больше и быстрее у вас будет тратиться ваш рекламный баланс. И каждому человеку придется покупать новое место, покупать этот новый рекламный баланс, чтобы потратить его на рекламу. Тем самым еще раз двигая маркетинг. То есть один человек может за месяц там купить несколько по 5, несколько 20. То есть и каждый это место создает новое движение и еще движение за счет вот именно этого уникального маркетинга. Каждое место выплатное, каждое место создает клон в предыдущий стол. И получается цепная реакция. Цепная реакция заполнения всех мест во всех матрицах. Когда вы дойдете до короля, вы будете с трех мест получать клона в пятый стол. И, соответственно, получать сразу вознаграждение. Тут уже нет никаких переходов. Четвертое место идет на реинвест под спонсора. То есть от верхнего места вашего спонсора тоже вы куда-то встанете. И у кого-то опять же пойдет, ну, выплата и пойдет опять клон. В общем, друзья, не тяните, активируйте, регистрируйте и подтягивайте всех, кого вы можете. Потому что сейчас начинается такое движение, всех начинает прям реально разбирать быстрее, быстрее, быстрее. Поэтому всем удачи, заработка, друзья, и до новых встреч.